Социал-демократы поддерживают законодательную инициативу о ужесточении мер борьбы с сепаратизмом. Однако мы вносим инициативу, чтобы в этот проект закона была включена норма о ужесточении борьбы и наказания за румынский унионизм. Именно радикалы-националисты, румыны, требуют о том, чтобы молдавская государственность была ликвидирована, и это как раз вызывает сепаратистские настроения в Республике Молдова. Если в Молдавии не будет процветать румынский унионизм, значит, не будет основ для сепаратизма в Республике Молдова. Поэтому однобоко к этому вопросу подходить нельзя. В одном проекте закона должны быть ужесточения за сепаратизм и за румынский унионизм.